Ритуал найти реальный вариант для любого дела. К богам ветров. Найдите красивые перья диких птиц. Именно диких. Одно черное обязательно. И скажите: в дар богам ветров. И попросите: помоги мне срочно найти реальный вариант. Чтоб разрешилось мое дело. Помоги срочно. Прими дар. Прошу и заклинаю. И перья пустите по ветру. Вариант придет быстро. Говорить уже ничего не нужно. Вот у меня тут двухцветные перья очень красивые. Пополам белое-черное, белое с черной окантовки, черные, остальные такие бело-серые. Сейчас попробуем отпустить. Ну, откинули. Вот если одно перо воткнулось, видите, оно вообще воткнулось. Это стопроцентное согласие и принятие ритуала. Как сделка. Просто при сделке перо всегда оставляем, песок воткнутым. Еще и черное, самое сильное. Ритуал принят, согласие получено. Что старайтесь это делать на такой почве, где она может воткнуться. Или в траву запутается, стоит вот так, тоже равнозначно в дерево, на мелководье.